Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам с первой песни. Не помню, какая глава, текст 33. Санскрит. Амая яшча бутанам джаяте янасу врата тадева ямаям дравьям на пунати чакитситам. Амая болезни. Болезни. Яхча. Яхча. Любые. Любые. Бхутанам. Бхутанам. Живого существа. Живого существа. Джаяте. Джаяте. Становится возможным. Становится возможным. Ена. Ена. Посредством. Посредством. Суврата. Суврата. О, добрая душа. О, добрая душа. Тат. Тат. То. То. Эва. Эва. Самое. Самое. Хи. Определенно. Определенно. Амаям. Амаям. Болезнь. Болезнь. Дравьям. Дравьям. Вещь. Вещь. На. На. Разве не? Разве не? Пунати. Пунати. Излечивает. Излечивает. Чикитситам. Чикитситам. Применяемое как лекарство. Применяемое как лекарство. Перевод стиха. О, добрая душа, разве не излечивает от болезни то, что является ее причиной, если применить это как лекарство? Комментарий Шрилы Прабхупады. Опытный врач лечит своих пациентов диетой. Так, например, молочные продукты иногда становятся причиной расстройства кишечника. Но то же самое молоко в виде простокваши, смешанное с определенными лекарственными веществами, излечивает от него. Подобно этому, сама по себе материальная деятельность сама по себе не может облегчить тройственные страдания этой жизни. Такую деятельность необходимо одухотворить. Так же, как железо, помещенное в огонь, раскаляется до красна и само начинает действовать как огонь. Подобно этому, материальное представление о вещах сразу же меняется, как только их начинают использовать в служении Господу. В этом секрет успеха на пути духовного развития. Не следует ни добиваться господства над материальной природой, ни отвергать материальные вещи. Лучший способ извлечь пользу из невыгодной сделки – использовать все для служения высшему духовному существу. Все есть эманация Высшего Духа, и своей непостижимой властью он может превратить Дух в материю, а материю в Дух. Поэтому так называемые материальные вещи по высшей воле Господа сразу превращаются в духовную энергию. Но необходимым условием такого превращения является использование так называемой материи в служении Духу. Это средство излечения от наших материальных недугов. Идя этим путем, можно подняться на духовный уровень, где нет ни страданий, ни скорби, ни страха. Когда все используется в служении Господу, мы ощущаем, что нет ничего, кроме Верховного Брахмана. Так человеку приходит понимание ведической мантры, гласящей, что все есть Брахман. Амая яшча бхутанам джаяте яна суврата. Тат эва хьямая дравьям на пунати чакитситам. О, добрая душа, разве не излечивает от болезни то,
что является ее причиной, если применить это как лекарство. Это стих обращен к доброму слушателю, добрая душа, обращение. И мы знаем с вами на опыте, что сокровенные вещи можно рассказать только людям, хорошо расположенным к нам. То есть открыть свое сердце, что-то сказать сокровенное. Если люди настроены недобро, это трудно сделать. На самом деле сложно. Есть великие святые, они независимы от этих вещей. Они в любом случае желают блага всем, добрым, недобрым. Они сами находятся в добродетели. Они не заболевают этой инфекцией зла или зависти, общаясь с другими. Но это очень великие души, махатмы называют. Обычные люди заражаются общением. Если мы общаемся с недобрыми людьми, мы оскверняемся этой недобротой и тоже начинаем нервничать, раздражаться, чувствовать неприязнь к этому человеку. Это не так просто даже для практикующих духовную жизнь возвыситься над неприязнью и привязанностью. Преданные испытывают на себе иногда это. В какие-то трудные моменты они начинают вдруг ненавидеть, чувствовать, что у них есть эта способность. В этом мире, конечно же, очень легко возненавидеть наших недоброжелателей или даже злостных людей, особенно жестоких людей. Как можно простить преступников, например, лжецов, убийц? Но великие святые молятся даже за них, махатмы такие. И здесь этот стих обращен к великой душе, к доброй душе. Как только мы встречаем такую добрую душу, подобно здесь, в этом контексте, нам сразу хочется рассказать все о себе. Самое важное, все самое в уединении, как Богу признаться, чтобы человек услышал, такое доверие вызывает, такая добрая душа. Если даже я расскажу что-то нехорошее, он простит меня, этот человек, он поймет меня. Конечно же, поймет. Он не изменит ко мне отношения, просто простит меня. И вот эта тенденция есть, вот, как бы позыв в присутствии такой великой доброты раскрыть свою душу, наконец, закрытую на 7 замков, закрепощенную, заблудшую, страдающую в невежестве, в этих вечных блоках умственных, обстоятельствах сложных, где на каждом шагу я испытываю какое-то раздражение, какие-то неудобства в жизни. Чтобы даже доехать до программы, нужно вытерпеть дорогу. Все труднее и труднее это становится. Если я вспомню Алмату прошлых десятков лет когда-то, я думаю, вот во что превратили город вообще. Потому что я помню, как это было по-другому. Но это раздражение. Это не признак величия. Так действует ум, он всегда неудовлетворен, всегда кого-то обвиняет, на кого-то ссылается, на кого-то показывает пальцем. Как это, чтобы показать пальцем на кого-то, нужно остальные вобрать внутрь себя, показать на себя. Вот еще такой жест есть, что три пальца, как минимум, указывают на меня самого в этом случае, когда я на кого-то указываю. Так? И вот здесь описывается, в чем же наша болезнь. В том, что мы думаем материально, чувствуем материально и действуем материально. Это и есть болезнь. Вот она. Вот в этом заключается болезнь. Болезнь означает, что мы чувствуем какую-то боль, неудобство, даже страдания регулярно, время от времени. Болезни могут прийти, или климат изменится, или отношения испортятся, или сегодня день хороший, вчера был нормальный, позавчера не очень. Ну, так как-то чередуется все в жизни. Иногда бывают хорошие дни на самом деле, спокойные, погода хорошая, никто не трогает. На работу идти не надо в этот день. Я могу просто отдохнуть в уединении. Так тоже случается иногда. Но в основном мы все просто закручены механизмом этой кармы, этой жизни материальной. И мы живем в терпении и страданиях. Поэтому есть раздражение, неудовлетворение. Все люди ждут, когда же будет лучше. Преданные тоже ждут. Когда же хоть кто-то станет чистым преданным?
У меня вот не очень получается, но я смотрю на других. Когда вот хоть кто-то, кто-нибудь бы стал бы чистым преданным вообще? Тоже бы. Так, смотрю друг на друга. Надоевшим взором иногда. Сколько можно одни и те же недостатки носить? Все повторяют вроде мантру, соблюдают принципы. Может быть, не так твердо все это делают. Стараются, во всяком случае, искренние души есть тут. А доброты мало все равно. Перед кем открыть сердце? Вот как в этом стихе, что мне делать? Где найти такую душу близкую для меня? Если мы откроем свою душу, нам больше ничего не нужно будет. Даже семьи не нужно будет материально. Я не говорю, что это не нужно. Я имею в виду, что вы будете удовлетворены просто настолько, что ничего больше не нужно будет. Конечно, вы захотите делиться этим, этой радостью, этой энергией счастья, полноты. Безусловно, будет семья, она, естественно, образовывается, но уже другая. Совсем другая. Не та семья, которая вас выдаивает, всю вашу энергию, испытывает вас на терпение и смирение каждый день. И вы тоже испытываете близких на терпение и смирение каждый день. Иногда специально колите в ложное эго, знаете, это место уже проверенное. Вот тебе. Вот помнишь, тогда было? Помнишь? Вот тебе. Мы тоже так делаем. Есть такие порывы. Это болезнь. Мстить, думать об этих вещах, о проблемах. Это вот есть болезнь. Болезнь ума такова. Сейчас никто из людей не следит за тонким телом своим. Немножко следят за грубым телом, хотя бы умываются и красятся. Есть такое. Но одеваться – это святое дело, самое важное в жизни. Но тонкое тело никто за этим не следит вообще. Никакой гигиены нет. В уме такая грязь. Столько мусора. Никто не выбрасывает. Если бы сделали такие мусорные бачки специальные, куда можно было выбрасывать мусор из умов. Я думаю, нет такой емкости, нет таких гигабайтов, что вместить весь мусор из одного даже ума человеческого сейчас. Сколько вмещается плохих вещей. Бездонная емкость. Почему-то для плохих вещей столько места у нас, но для хороших не так много. Кали-юга. Век такой, время такое. Так устроена жизнь, мы говорим. Все так живут, мы быстро заражаемся этим настроением. Из жизни в жизнь мы можем рождаться в кали-йогу, хоть сделать хоть какой-то прогресс. Это будет очень трудно. Атмосфера такая. Можно сказать, я проживу эту жизнь лучше, чем все остальные. Я изучу историю, изучу социальные науки, другие науки. Я безупречно проживу эту жизнь, я выиграю. Да. Но нет, кали-йога. Мы тут же подхватим инфекцию зависти. Сразу же, как только вступим в жизнь. Инфекцию вожделения, сразу же, как только вступим в эту жизнь, даже и подневольно же вожделение заставит нас совершать дурные вещи и обманывать, и скрывать, и все остальное. Где эта доброта? Где эта добрая душа? Где ее найти? Меня отбросила эта волна кали-юги, волна страданий куда-то в какую-то мутную заводь вообще, непроглядную тьму. Не знаю, не вижу, что будет со мной дальше и что делать сейчас. Запутался человек. До конца кали-юги осталось не так уж и много. 427 тысяч лет, говорят. Немножко потерпеть. Придет Калки. Если мы уж никак не справляемся с этим, придет Калки, аватар, убьет всех. Говорят, придет на каком-то коне особом. Хотя в то время люди будут иметь очень высокоразвитую технику и оружие какие-то особые, технические будет очень развита цивилизация. Но люди будут настолько падшие, что будут просто есть друг друга, чуть ли не живьем. Очень злобные люди станут, очень мстительные, будут прятаться под землей. Земля перестанет давать такой урожай, нужно будет зарываться под землю, искать какие-то минералы. Полезные ископаемые, перерабатывать нефть для пищи, может быть. То есть какие-то технологии будут кормить людей. Земля, солнце, дожди уже не будут регулируемы. Это описывается в Бхагаватам, пророчествах. Описываются все эпохи, все юги, сатья, трета, два пара кали тоже описывается подробно.
И некоторые преданные говорят, доживут до конца Кали-юги. Так я слышал. Я надеюсь, что это не мы с вами. Представьте, каждую жизнь рождаться век Кали. Сейчас не очень-то сладко, ведь только начинается все. 5000 лет всего с начала Кали-юги. Впереди еще необозримое. Разбушуется Кали-юга не на шутку в свое время. И придется скрываться. Благо тут есть горы. В горах скрыться легче. Так и говорится, в горах будут скрываться преданные, практикующие преданные, потому что за одно слово «Кришна» расстрел на месте будет без суда и следствия. Если даже просто «Бог» скажете, у вас будут серьезные проблемы. Смертельно опасно такие слова произносить будет. То есть люди будут намного злее, чем сейчас. Сейчас больше доброты. Еще как-то, ну, по меркам прошлого, не так много, но по меркам будущего достаточно, чтобы могли читать Шримад-Бхагаватам, собираться вместе. Никто нас не стреляет сейчас. Хотя многие люди не любят то, что мы делаем, злятся тоже, но как-то терпят. Еще можно терпеть это все. И в конце Кали-юги не будет никакой возможности произнести даже слово «Бог» или «Абсолютная истина», «Душа», что-то такое, такую тему поднять. Смертельно опасно, тогда придет Калки. На удивительном белом коне, с мечом в руке, не автомата Калашникова, не какой-то там шилки, не знаю, не тяжелой артиллерии, нет, просто на белом коне, с мечом в руке, и уничтожить все население. Страшное оружие будет у него в руке. Мы слышали, как приходил Парашурама. Это уже было в прошлом, в Пуранах описывается. Это одно из воплощений Господа. Специально приходилось, чтобы уничтожить кшатриев 21 поколение, одно за другим. Кшатрии стали непокорны браманам, непокорны духовной науке. А что это означает? Борьба за власть, бессмысленное сражение, политика, ущемляющая интересы людей. И Парашурама взял топор. Больше оружия не было никакого. И этим топором он сражался со скоростью мысли, когда уставал со скоростью ветра. Калки-аватар одним мечом уничтожит все эти пушки, все эти танки, все демоническое население. Причем уничтожит только демонов. Ни один преданный не пострадает. Наоборот, преданный будет петь и танцевать и радоваться, что Калки пришел. Свет снова восстановится, начнется новая сатья-юга. А что такое сатья-юга? О, можете кругом петь, танцевать, распространять прасад, служить Кришне. Все улицы будут называться именами Бога. Будут памятники стоять Мурти на всех площадях, всех аватаров Кришны. Там Вараха будет, там Матсия. Рядом с золотым человеком тоже будет Господь Чайтанья, тоже золотой человек, вернешь? У нас много аватар. Вот весь город Алматы, он будет весь в аватарах. Все улицы будут названием великих преданных, Махатм, конечно же. И по улице будут ходить только махатмы, добрые души, которые будут вместо «здрасте» говорить «Харибо!» и от восторга радоваться и обниматься друг с другом. Поэтому до работы никто не будет доходить вовремя. Все будет, конечно же, затягиваться, понятно, будет праздник. Я шучу, работать не нужно будет в то время. Сатья-юга – это другое время совсем. Люди не работают в сатья-югу. Как мы, как преданные. Ну, преданные, понятно, не ленивые просто, я знаю. Преданные, они беспечные, ленивые, в материальном отношении очень ленивый народ. Преданные, их нужно заставлять работать, требовать, чтобы вовремя пришли, все остальное. Говорят, у меня джапа, ну что делать? Ну, кстати, югу все такие преданные, никто не работает. Но природа дает все самое необходимое. Нет нужды в этом. В машинах, в технике нет нужды. Когда люди удовлетворены, они не бегают, как сумасшедшие. Туда-сюда, туда-сюда. Они знают мир в своем сердце, в уме. Они изучают, они знают науку, как познавать мир. Не нужно бегать туда-сюда. Нужно познать себя, познаешь и мир. И в сатья-югу люди просто сидели на одном месте и все знали. Но они медитировали, не просто сидели. Это
На самом деле, самая серьезная работа. Самая серьезная работа – это мыслить, а не бегать туда-сюда, не гонять на машинах или самолетах туда-сюда. Самая серьезная работа – это научиться мыслить. Поэтому мы изучаем Священное Писание сейчас с комментариями. Это наука, философское основание, научное основание. Нужно научиться мыслить. Не просто о чем-то думать, о том, о сём, хаотично, неразборчиво, без выводов, не проясняя свою жизнь никак. Сколько бы мы так ни думали о жизни, мы ничего не сможем понять. Нужно научиться мыслить. Не думать, а мыслить. Не нужно ничего придумывать, нужно просто размышлять о том, что мы видим перед собой, и о том, кого мы видим перед собой. Современная цивилизация, люди привыкли пренебрегать всем, что они видят, и кем они видят перед собой. И все думают о ком, кто не существует перед ними. Говорит, везде хорошо, где нас нет, это современная поговорка. Они уделяют достаточно внимания близким людям, не знают, как строить с ними отношения. Из-за того, что это так трудно, они думают о ком-то еще, с кем было бы легче. Поэтому смотрят все кино, фильмы, сериалы всевозможные так легко, ведя чужую жизнь, не участвуя в ней. Век Кали, самый главный порог век Кали – это обезличивание всего, что мы видим вокруг. Мы забыли, что мы все личности, а это великая вещь. Личность может любить. Безличный не может любить, только любит себя. Личность – это чистота, это цельность, это правдивость, это глубина, непостижимость, тайна – это личность, душа. Безличная – это просто энергия, которой мы наслаждаемся, ресурс. Народ, как трава, скосил, вырастет еще гуще, цари говорили. Это ресурс просто. О личностях речи нет. Личность строит отношения, умеет. Безличность нет. Мы обезличены. В этом материальном мире векали люди обезличены очень сильно. Они надели сотню масок на свои лица. Запутались все в себе, в самом. Процесс возрождения или сознания Кришны, это мы должны восстановить себя как личность, познав личность Бога. Вот с этим большая проблема век Кали. Никто не понимает Бога как личность, наделенную формой и чувствами. Дорогой формой, глубокими чувствами. Сокровенная форма. Форма божественной любви Бога. Все думают, что Бог безличен, какая-то пустота, какой-то имперсонализм они представляют. Какие-то энергии, опять же, безличные, которыми можно просто пользоваться всем этим. Это болезнь. Но как излечиться от этой болезни, если материя на самом деле имперсональна, она мертвая? Я возьму камень, ну и что? Где тут Бог? Как его использовать? Я не понимаю, о чем вы говорите. Только умозрительно. У вас какие-то фантазии. Это приятные фантазии, личность Бога, любовь. Ну а как это? Насколько это практично? Но здесь говорится, это самая практичная философия. Эту материальную энергию можно использовать как лекарство. Она инфекция, материальная инфекция. Но ее же можно использовать как лекарство. Если из этого камня построить храм, этот камень становится священным. Даже камни, которые остались от великих храмов прошлого, считаются священными до сих пор. Несут в себе эту духовную силу, энергию. Они могут повлиять на нас так, что мы можем осознать Бога. Это уже не камень. Это лекарство, смотрите. Это дух, скрытый дух. Мы просто видим это камень, но на самом деле это был храм. Есть святые места, там тоже такие же земля и деревья, и животные живут там, и люди, но вы видите, если вы бывали в святых местах, это сильно отличается все внутренним содержанием. Там все живое сразу умиротворяется. Даже собаки добрые. Нет, это уже лекарство. То есть мы можем использовать свое материальное тело не для страданий, а совсем с другой целью. В служении Богу это тело, этот ум, эта речь, эти поступки могут одухотвориться, как железо, нагретое в огне, может раскалиться до красна.
Железо не огонь, но оно может принять свойства огня. В контакте с огнем, в общении с огнем, в общении с великими махатмами, со святым именем, со священной пищей, мы сразу чувствуем трансформацию нашего ума. Мы начинаем мыслить, жить начинаем. Не просто блуждать туда-сюда умом, поступками. Начинаем жить, двигаться. Умом двигаться, речью двигаться. И тогда зачем столько техники, если мы уже и так на огромной скорости передвигаемся к Богу? Тут не нужны машины или космические корабли. Нужно направить свою внутреннюю энергию. В глубине сердца там бездонное пространство. У каждого из нас там Бог есть. Там нет конца и края. Для познания, для отношений не существует ограничений. Этот мир мелок в сравнении с тем, что заложено в каждом из нас. Дар, великая тайна. Сарвасья чахам хриди санивишта. В сердце каждого живого существа присутствует сверхдуша. Или Бог в сердце. И это лекарство. Если мы это будем делать, то, что мы делаем с вами, для его удовлетворения в этом же сердце, изнутри нашего сердца мы почувствуем сат-чит-ананда, вот кто я такой. Вспыхнул, как эта искра, вернувшийся в огонь, я снова вспыхнул, вернув свои качества. Вот он я душа, я вечный, я полон знаний, полон блаженств, вот она моя природа. Тело обезличило мою душу, отнимало мое счастье, мою ананду, мои знания сковывало, скрывало, я был покрыт невежеством, страданиями, страхом смерти, болезней. Теперь душа должна освободиться, оставить этот ложный кокон. Как? Нужно использовать этот кокон. Не нужно его ненавидеть, тут говорится. Нет, нужно его занять служением. Ноги могут служить Кришне, руки могут служить Кришне, ум, речь могут служить Кришне. Но это совсем не сложно. Вообще не сложно. Это вопрос внутренний, физически вообще не сложно. Ногами можно прийти в храм, руками можно брать четки в руки или готовить пищу для Кришны, или что-то еще делать в служении. Все органы чувств можно занять, так просто. Обоняние можно занять, вдыхая ароматы цветов, предложенных Кришне. Это же хорошо сначала Кришне предложить, потом, пожалуйста, можно воспринимать этот запах, и этот запах будет из духовного мира. Если Кришна воспримет этот запах освободит нашу душу. Если он примет этот запах от нас, если он примет этот цветок, или этот фрукт, или эту самосу, которую мы приготовим, или просто рис отварим, но если мы это с любовью сделаем, он все примет. У него нет диеты. Он не болеет, он не стареет. Может проглотить всю Вселенную, говорится. У него нет проблем. Но принимает он только любовь. Ему ничего не нужно. Любовь он принимает, безусловно. Любовь исходит из живого существа. Это и есть наша пища. Когда любовь приходит, приходят и все остальные энергии. Она царица. Бхакти – это царица всех энергий. Все остальные энергии приходят сами по себе автоматически. Как, если царь, за ним идут и слуги, и пажи, и фрейлины, не знаю, там, и вся свита. Царь не бывает один. Так вот, царица – это бхакти, это любовь, божественная любовь. Все остальные энергии, знание придет, отречение от мира тоже придет само по себе. Не нужно его культивировать и гордиться своим отречением сухим, вступая в монашество, так сказать. Монашество – это хорошо, но Кришну это не удовлетворяет. Как мне сказал в Алма-Ате один мусульманин, когда узнал, что есть монашество, говорит, вы думаете, Господу это нужно? Я говорю, нет, Господу это не нужно. Это может быть нужно некоторым только из нас вступить в монашество, но Господу это не нужно. Его не удовлетворяет просто монашество, его любовь удовлетворяет. Но если это помогает вам обрести любовь, вступайте в монашество. Если не помогает, не вступайте в монашество. Критерий. Рупа Госвами говорит, принимайте все благоприятно для чистого любовного преданного служения, отвергайте все, что неблагоприятно для чистого любовного преданного служения.
Это и есть разум. Век Кали – это очень хороший разум. Цель и смысл нашей жизни – вылечиться от материальной болезни. Как? Заняв свои чувства чистым, любовным, преданным, бескорыстным служением Богу. И как можно вообще быть занятым, быть преданным? Шастры говорят, предан тот, кто думает о Боге. Тот и служит Ему. Тот, кто постоянно думает о Боге, это и есть чистый преданный. И как же постоянно думать о Боге? Самый лучший способ постоянно думать о Боге, это повторять Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Мы повторяем именно Бога, естественно, мы помним о Боге. Не все согласны с Харе Кришна мантрой, понятно, я понимаю. Это не навязывается. Но рекомендуется в Векале, особенно Харе Кришна Махамантре. Любое имя Бога хорошо. Но особенно в Векале, потому что это Маха мантра, это великая мантра, сильная мантра. Если нет согласия с этим, можно выбрать другое имя Бога. Не принципиально это. Будет прогресс в любом случае. Но Харе Кришна мантра предназначена для тех людей, кто хочет в этой жизни развить любовь к Богу. Именно вот эта цель. Именно вот эта мантра пробуждает эту дремлющую любовь Божественной души. Если кто-то хочет пробудить справедливость в себе, честность, есть другие имена Бога, которые означают, такое значение глубокое имеют, что Он справедливый, судья справедливый, Бог такой. Мы будем медитировать на судью и будем очень честными людьми. Есть судья, я знаю об этом, я повторяю постоянно это имя, что он судья, и он видит, он беспристрастный, он справедливый, он никому не питает пристрастия, поэтому я должен быть внимательным в своих поступках, тоже дисциплинирует человека, тоже есть духовный прогресс, тоже контроль есть чувств. Но когда вы повторяете Харе Кришна, контроль чувств заканчивается, вы начинаете петь, танцевать. Как сумасшедшие преданные танцуют иногда. На больших киртанах просто сумасшествие, что иногда люди даже боятся, что там у вас происходит вообще. Что вы принимаете, чтобы так бурно танцевать? Ничего. Как ничего? Ничего не принимаете? Откуда же у вас такая радость? Только веселье. Харе Кришна Махамантра. Приходите тоже к нам, потанцуете, попоете. Нет, я боюсь, а вдруг я потом не вы, стану кришнаитом. Да, конечно, станете, понятное дело. Ну, что же вы боитесь? Да? Ладно, если вы были махатмой уже. А кто вы сейчас? Живете как кошка, собака, приходите. Живете же как кошка и собака, если честно сказать. Ну что? Старайтесь, конечно, жить по-человечески, но это трудно. Трудно, потому что нужно петь, танцевать. Душа, она всегда поет и танцует, освобожденная душа. Она всегда в радости находится. Большой добродетели, большой любви. И, конечно, для таких махатм нет ни приязни к кому-то или пристрастия к кому-то, но это великий уровень. Начинается он с повторения святых имен. Я поражаюсь, насколько могучен процесс сознания Кришны. Я просто поражаюсь. Я просмотрел одну книжку, которую мне рекомендовали преданные. О христианских монахах вот за советские времена эта книга была издана. Это документальная книга, на самом деле. Она сейчас бестселлер в России. Один известный священник издал ее. Все, даже имена не искажал, те же самые имена остались в книге, что и были. И он описывал их практику, трудности в те советские времена, потом послереволюционные времена, как это было, сколько перенесли эти люди. Я подумал, о, Харе Кришна легче, намного легче путь. Это очень сурово. Не для многих, единицы только могут принять такое монашество и выдержать такие испытания. Одну историю я вспомнил сейчас из той книги маленькую. Там много этих историй. Это типа как мы издали книгу «Как я пришел в сознание Кришны» с историями. Там много историй. Одна из историй. В каком-то монастыре монахи там запили, в общем. Запили. И настоятель запил, все запили.
Это послереволюционные годы. Представьте, люди были настолько озлоблены к религии, уничтожали монастыри, закрывали, там, убивали монахов, монахинь, там, все, грабили, в общем, все, что угодно могло быть. И вот там какой-то комиссар пришел к этому монастырю с солдатами, позвал людей, вывел всех монахов и сказал, говорит, посмотрите на этих мошенников. Они притворяются монахами. Там гуляют, пьют, едят за ваш счет вообще. С вас пожертвования берут. То есть это эксплуататоры просто элементарные. И вот сейчас я хочу, чтобы они отказались от своего монашества. Тогда они будут жить. Выносите иконы из монастыря. И пусть каждый из них топчет иконы ногами, поскольку они растоптали сами свою веру и обманывают людей. Вот такое было условие. И люди поддержали это, причем, которые были там. Да, 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 вот пусть так и сделают. Пусть нас больше не обманывают. Нас эксплуатировали. И тут вышел настоятель главный, лицо пропитое, и говорит, ну что, говорит, братья, жили мы как свиньи с вами, так давайте же умрем, как монахи. Никто не стал топтать иконы, всех расстреляли. Ну, такая история. Одна из историй. Сейчас я просто вспомню. Суровая практика. Я знаю, примерно чуть-чуть знаю, что такое, когда на вас нацеливают, что-то говорят, ну что, откажешься от Хари Кришны или будешь повторять Хари Кришну? Я имею некоторый опыт в этом. Наше первое поколение почти все имели подобный опыт. Практически никто не отказался. Несколько человек не выжили, остальные выжили. Знаете, очень сильный процесс. Хари Кришна Махамантра. Мы, тем более, не принимаем монашество, смотрите. Мы живем в миру, как можем, но мы повторяем Хари Кришна мантру. Посмотрите, она нас держит. Чтобы добиться такого результата, понимания философии, отделить материю и дух, людям приходится уходить в монастыри, совершать такие аскезы непосильные, невероятные аскезы. День для труда, ночь для молитвы. Вот так. Вот все. Вся твоя жизнь, все. Ты спишь, сидя. Один монах спал сидя, а когда сильно уставал, выходил на снег, ложился на снег, час отсыпался на снегу, чтобы не впадать в это чувственное наслаждение, чтобы контролировать себя. Представьте, сколько уходит у людей энергии, силы, мужества, чтобы контролировать свои чувства, свою похоть и все остальное. Мы это делаем благодаря духовному образованию, благодаря одухотворению ума, пищи. Какой легкий путь, путь любви, даже аскезы большой не нужно. И только, говорится, глупое животное бесчувственно откажется воспевать святое имя Веккали. Такой простой способ. Вы достигаете всего, всего достигаете. Все, что хотите. Все, что вы хотите достичь при помощи науки, культуры, искусства, работы, денег. Все, все можно достичь при помощи воспевания Хари Кришны. Такого счастья вы не добудете никаким другим способом. Но не нужно возвращаться к неприязни, к ненависти и к привязанности к этому миру. Внутри нужно быть монахом. Мы выбрали этот путь. Не то, что, знаете, ни лебедь, ни ворона, какая-то серая утка. Так не получится. Либо вы лебедь, либо вы ворона, говорится. Не так, что я уткой притворюсь, и будут иногда серые, иногда белые, иногда черные, там по-всякому. Так ничего не получится. Ну, если кто-то хочет быть уткой, можно быть уткой какое-то время в сознании Кришны, пока Кришна терпит, можно даже утку сыграть неплохо. Но потом человек поймет, все, хватит эту маску носить, обезличивающую меня. Лебедь, значит, лебедь, все. Значит, общаться с лебедями нужно, и жить нужно в чистых местах, где чистая вода, где лотосы, не нужно в мусор ходить. Не нужно блуждать по мусоросвалкам этим. Прабхупада создал общество Искон, чтобы мы общались здесь, парамахамсами, лебедеподобными, преданные, которые практикуют чистый образ жизни, воспевают святое имя, интересуются священными писаниями, понимают их сердцем. Это очень ценно. И иногда даже в нашем обществе происходят страшные вещи какие-то, напоминающие нам о веке Кали. Бывает такое. Всякое видели тоже. Мы не идеализируем. Все же мы живем в век Кали. Даже
в Исконе, в духовных организациях, можно иногда увидеть чудовищные вещи, примеры, непостижимые вещи. Для нас непостижимые вещи. Кришна все знает. Кришна в сердце все видит и так, не думайте, что мы что-то можем спрятать от него. Сегодня побуду уткой, Кришна не заметит. Кришна все знает прекрасно. Но когда-то мы должны сделать выбор. Все же стать преданным или нет? Потому что это путь именно к Богу, не куда-то еще. Это путь к Богу, прям прямой путь к Богу. Здесь нет никаких материальных желаний, мы не культивируем их в этой практике. Мясо, рыба, яйца, прощайте. Не все монахи сейчас могут жить так. Интоксикации все, прощайте. Не все монахи даже могут сейчас следовать этому принятию принципа. Азартные денежные махинации не каждому человеку удается. И незаконный секс. Этот принцип очень сложный для каждого жителя Кали-юги. Все принципы очень трудны. Даже для людей духовных, современных. А преданный выбирает этот путь сознательно. И как он добивается успеха? Каким образом? Благодаря внимательному воспеванию. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Она обретает этот вкус духовный, который выше всех материальных вкусов. И он старается не возвращаться обратно в Содом и Гоморру. На свою, так сказать, родину. Родились мы все в Содоме и Гоморре. Ну что делать? Рождение такое у нас. В любой части мира, посмотрите, во всех городах, где преданные живут, все рождены в плохих условиях. Век Кали такой. Если кому-то посчастливилось родиться в семье преданных, сейчас уже это бывает. Есть уже преданные семьи, где рождаются дети. Конечно, это великая удача. Но я, допустим, нет. Я родился в Содоме и Гоморре. Все мои поколения тоже родились в советские времена. Но такой могучий способ, смотрите, такая сильная практика. Кто же откажется от этого пути? Это прямой путь к Богу. Прямой лифт. Зачем же идти пешком на сотый этаж, если можно нажать кнопку и добраться Харе Кришна и наверху? Со всеми удобствами, с песнями, с танцами, с просадом еще к тому же. Быстро, за одну жизнь всего лишь навсего. Не за 5 минут, конечно. Может, и за 5 минут кому-то удастся, Прабхупада говорит, разумно, может, и за 5 минут развить сознание Кришны. В принципе. Но, как говорится, опытными, преданными, вайшнавами, чистыми вайшнавами, жизнь нужно посвятить эту, как минимум. Это и есть критерий, что мы вернулись к Богу, если мы эту жизнь прожили в сознании Кришны целиком, от начала и до конца. А сколько мы сделали? Не так важно. Важно, сколько принял Кришна. Насколько он был удовлетворен нашим служением. Вот это очень важно. Что если Кришна доволен нашим служением, никто не помешает больше. Смерти больше нет. Кришна лично позаботится о таком преданном. Прямо внутри сердца. Бессмертие внутри нас. Этот порог внутри нас. Его только перешагнуть, и все. Гуру покажет это место, куда идти. Он покажет этот путь, направление, куда идти. Он найдет нужную шлоку, нужное слово в сердце. Да, он обратится как доброй душе к своему ученику. И это сработает. Что между гуру и учеником только сатва-гуна, минимум. Никакой страсти, никакого невежества не допускается. Только сатва, иногда чистая сатва даже. Тут все открыто. У гуру нет секретов. У ученика тоже нет никаких тайн перед гуру. Душа открыта полностью. Вот это стих из Шримад-Бхагаватам, что наше материальное существование – даже если оно проклято, можно использовать как лекарство. Заняв то, что есть у нас, не так много, но то, что есть в служении Кришне, эта жизнь будет освящена великим успехом. Какие будут вопросы по этой теме, пожалуйста?
Хари Кришна, спасибо большое, Гуру Махарадж, за лекцию. Хотела спросить, а как узнать, принял ли Кришна служение? Ну, вот. Доволен ли он остался служением? Так же, как желудок принял пищу, вы знаете об этом. Да? Два фактора. Вкус и насыщение. Да? Если человек принимает пищу, то по этим двум факторам он понимает, что он наелся. Вкус пища имеет и насыщение. Также духовная жизнь. Если Кришна принимает, то Кришна подобен такому желудку, который принимает наше служение. Это выражается в том, что мы имеем вкус жизни, вкус служения, и мы удовлетворены становимся. Значит, все в порядке. Если нас не влекут чувственные наслаждения какие-то глупые, хороший признак. Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот вы сказали насчет повторения святых имен и сказали, что самая сильная махамантра, и можно другие святые имена повторять. Вот у меня отец, у него есть желание повторять, начать читать намаз, но у него очень сильно, у него есть желание, но у него не получается. Мешает, вредные привычки, скажем. Вот. Прасадом покормить я его не могу, потому что в другом городе он живет. Вот. Как мне помочь ему? Как вдохновлять или поддерживать? У меня не получается. Я не думаю, что все люди сейчас будут повторять святые имена после этой лекции в Казахстане. Нет, таких иллюзий не должно быть. Не все. Но нас беспокоит не это. Это выбор, в конце концов. Каждый сам решает, как жить, как в этой жизни использовать свой ум, свой труд. У каждого есть право на эту жизнь, свобода. Нас интересует другое, беспокоит. Нас беспокоит деградация общества. Если, скажем, кто-то не принимает, мы даем тому, кто принимает. Наша цель в другом заключается. Не то, что навязать как-то каждому или возиться с каждым человеком. Это потеря сил будет большая, огромная. Знаете, есть тысячи людей, которые ищут этого. Поэтому ищите, смотрите. Есть разумные люди, которые хотят получить это. Им и давайте. Таков метод. Не навязывайте никому. Отец или мать, неважно, они живут, как хотят, в конце концов. Они уже знают о Кришне, о духовной жизни через вас, но у них есть свой выбор, хорошо? Хорошо? Сам факт, что вы находитесь в этой семье и практикуете все это, уже освободит их от многих проблем. Вот что нас интересует сейчас. Как же помочь людям, которые сейчас не способны вообще ни к чему? Вообще ни к чему не способны. Именно вот это и есть деградация. Они теряют все способности, они не способны вообще ни к чему. Не способны свою жизнь организовать. Быть счастливыми не способны люди. Для этого нужно определенное количество людей в знании, чтобы общество организовать так, чтобы люди были более счастливы. Вот в этом цель знания. Понимаете? Не цель, что каждый привести в свой монастырь. Нет, не в этом цель. Повлиять на мир, чтобы мир улучшился, изменился. Это передача знаний. Хорошо, вы не верите в Кришну, но вы же можете просто верить в Бога. Не верите в Бога, можете просто практиковать нравственные вещи, добродетельные вещи. Разве нет? Это все к лучшему. Каждый что-то может хорошее делать. Но нужно просто объяснить, что хорошо, что плохо. Нужно дать знания, чтобы люди сориентировались в этих вопросах, потому что они запутаны. Они вроде бы все делают хорошо, а результат плохой. Где-то они ошибаются. Давайте разъясним этот момент. Что вызывает страдания в обществе людей? Они даже не подозревают, что, допустим, пища сейчас вызывает основные страдания в обществе. Неправильная пища. Их не учат правильно есть. Они пожирают, они едят. При этом они даже не знают, что это ошибка, серьезная ошибка. Одна из ошибок. Как семейные традиции укрепить? Да, но для этого нужны знания, чтобы династии создать. Где ваши знания? Учитесь.
Все развалилось в обществе, разваливается. Некоторые страны, мне говорят оттуда преданные, некоторые страны уже умерли духовно вообще. Такой диагноз. Летальный исход. Не подлежит восстановлению. Есть даже такие сейчас определения. Вот к чему приводит все. Такая жизнь. У меня свой Бог, у меня свое понимание. Нет, так не получится. Никакого понимания нет Бога. Бог есть Бог. Он не зависит от нашего понимания. При чем тут мое понимание? Есть законы Бога. При чем тут мое понимание? Согласен с ними, не согласен. Закон есть закон, он будет действовать. Вот это нужно все разъяснять, нужно изучать самому и нужно помогать людям видеть эти моменты в жизни. Иначе как они будут жить? Они сами будут страдать, и другим будут причинять боль. Отобрали микрофон у кого-то. Ага. Будем чередовать, да. Я хотел. Харе Кришна. От чего зависит преданное чистое служение Господу? От чего зависит чистое преданное служение? От чего не зависит? Независимо полностью. В этом весь фокус. Тут уж я должен сам решать, практиковать или не практиковать. Никто не заставит. Прабхупада привел пример. Вы можете лошадь взять за уздечку и привести к воде. Но если она не хочет пить, не заставите ее пить. Вот это чистое преданное служение. Зависит только от моего желания. И ни от чего другого. Поэтому мне тут некого обвинять, видите? Если я не так быстро продвигаюсь, я не могу на кого-то указать, потому что я та самая лошадь, которую перевели к этому водопою. Почему же я не пью? Я и есть та самая лошадь. Ни от чего не зависит. Вот есть Бог, пожалуйста, давайте вернемся к Богу. Все, ни от чего не зависит, препятствий нет. Нет, я хочу тут порядок навести. Тут кругом столько кошмара. Я буду рождаться снова и снова здесь. Ну, таким путем, как навести порядок? Когда вы уходите к Богу, вот это и есть. Вы указываете путь другим людям таким путем. Вот так вы помогаете. Что толку сидеть у реки и говорить, вот, брод, идите все туда. Но вы-то на этой стороне сидите. Никто не шелохнется. А что он сидит сам-то здесь? Всем указывает, а сидит на этой стороне. Странно как-то это все. Но если вы переплыли реку, перешли реку по броду, и на той стороне выжимаете белье и говорите, идите этим, я здесь только что прошел. О, да, все пошли. Так вы можете спасти людей. С этой стороны вы не сможете спасти людей. Гуру Махарадж, пожалуйста, скажите, как научиться делать важные вещи в первую очередь и служение делать так, чтобы радовать близких тебе людей, а не приносить беспокойство этим якобы служением? Почему якобы служение? И почему беспокойство близким людям? Потому что я часто делаю вещи какие-то в социуме, в университете, но они не приносят никому радости, потому что я свои элементарные обязанности не выполняю. А, так вот почему весь университет страдает. Я не знаю, вот теперь понятно. Вот кто там причиняет всем страдания. Ясно, ясно, ясно. Что-то ты придумала какие-то вещи. Источник страдания, боже. Что там делают? Ее любят? Преподаватель. Кто преподаватель? А вы преподаватель? Она жалуется. На вас жалуется, получается, на преподавателей? Надо ее выгнать из университета, она плохо себя ведет, да? Все любят?
Ну ладно, пусть учится. Хорошо. Ладно, прощаем, ладно, все. Можно я здесь? Хари Кришна. Во многих лекциях, когда речь заходит о Прабхупаде, вы говорите, что обязательно нужно читать его книги, иначе мы все пойдем. И у меня вопрос, как развить вкус к чтению книг Прабхупады? Это очень хорошая тема, очень хороший вопрос. То, что вы спросили об этом, это хороший признак. Это принесет благо многим людям. Да, так говорят за хорошие вопросы. Вани, вапу. И почему-то люди думают, что личное общение — это вапу именно, физическое. То есть когда присутствует непосредственно тело. Душа находится в теле по этому адресу. Вот вы непосредственно стоите вот перед фасадом этого адреса. Фасад может улыбаться, говорить, там, не знаю, там, шутить, обманывать, что угодно может делать. На фасаде все это происходит. А там душа находится. И люди думают, что вот вапу — это самое важное. Вот Прабхупада когда-то жил, вот есть какие-то записи, мы их посмотрели тоже, как он там дает лекции, как он, вот фасад видно его тоже. А потом он ушел, и осталось вани, книги, наставления. И вот очень мало преданных понимает присутствие Прабхупады в книгах. Иначе почему так мало читающих людей по-настоящему? Но это самый важный вид общения, говорится в шастрах. Не физическое присутствие более всего важно, а наставления, которые могут жить вечно в сердце. Тело пришло, ушло. В этом мире все временно. Недолговременно. Очень быстро, скоротечно все. И гуру тоже пришел, ушел, приехал, уехал, а потом покидает и планету, и каждый из нас тоже. Как быть? Как эту связь сохранить? Вани, в моем сердце есть наставления, и они живут со мной, и даже смерть их не разрушит. Вот это книги Прабхупады. Это прямой путь к Богу. Если просто читаете, неважно, скучно читать или не скучно, читали это, не читали, если вы просто читаете, через полчаса, через час вам очень хорошо. Ум освобождается от тревог. Еще через час вы полностью в сознании Кришны. Это книги Прабхупады. Прабхупада видел Кришну лицом к лицу. Но он говорит, что в моей книге трансцендентный экстаз. И, конечно же, трансцендентный экстаз, чтобы его вот так вот взять, ощутить, нужно контролировать чувства, научиться. Чтобы этот вкус извлечь духовный из таких книг, нужно уже иметь подготовку. Что Прамахамса комментирует. Но удивительно то, Прабхупада ссылал комментарии так, что комментарии, когда мы читаем, они помогают нам контролировать чувства. Если даже мы их не контролируем. Ум контролируется, когда мы слышим эти разъяснения Парамахамсы, и даже тени материального, что это направление чисто духовное, он выводит нас всегда к Кришне, в каждом абзаце, все складывается, стих за стихом. Он Прабхупада говорил, прочитайте все мои книги, и вы обретете сознание Кришны. Необратимо. Весь Бхагаватам прочитайте, и вы обретете сознание Кришны. Необратимо. Ну как мы все пришли в сознание Кришны? Мы что-то читали с книг Прабхупады. А что сейчас приключилось с нами? Денег мало, оказывается, понятно. Или в личной жизни у меня тут проблемы, понимаете? Нужно семью организовать, там дети нужно воспитать, нужно заработать что-то, вот-вот-вот. Поэтому я не читаю книги Прабхупады. Да? Ну тогда вся эта жизнь будет потерей времени. Даже дети спасибо не скажут потом. Знакомая история. Но все же работают ради детей, и никто не получает достаточно благодарности в этом мире. Есть причина. Не хлебом единым жив человек. Читайте книги Прабхупады. Они трансцендентны, они полностью духовные. Это факт, это не фантазия. Просто возьмите, читайте и увидите сами. Вы осознаете Бога.
Осталось только делать это регулярно. Старайтесь каждый день что-то послушать, что-то почитать. Не упускайте шансы. Прочитать хоть шлоку, хоть что-то, хоть вспомнить что-то, если не можете прочитать. Да. Читай, Чанчара Махарадж. У меня вопрос такой. Вы вот сказали, вижу, что где, душа где? Является сачитананда. И у меня вопрос, а что за вечное знание, которым мы должны обладать? Хороший вопрос. Если все свести к формуле, знание, оно безмерно. Но если свести к формуле, что это за знание, то я слуга Бога, вечный слуга Бога. Это и есть вывод всех писаний. И здесь глубина неизмеримая. Что вы служите Кришне, там необозримый простор открывается духовного разнообразия, игр, качеств, затмевает все материальные миры. Вот это знание открывается таким путем. Я вечный слуга Бога. Законченное образование в этом заключается. Если вы о человеке все узнаете, просто спросите, кто ты, что ты себе думаешь, расскажи. Вы все узнаете о человеке. И его будущее вам тоже будет известно. Еще вопрос? Вы сказали о книге, о монахах. Как называется? Эта книга называется «Не святые святые». Мне порекомендовал ей мой старый друг посмотреть эту книгу. Ну, я что-то подобное читал раньше еще до сознания Кришны. И в сознание Кришны вначале тоже какие-то книги попадались христианские. Монахов, интересных таких святых, уникальных. Эта книга похожа на те изложения. Там нет какой-то философии глубокой, но там примеры аскезы, отречения, веры, вот такого рода. Хари Кришна, дорогой Махарадж, спасибо за лекцию. Я хотела спросить про проповедь в сети. Последние полгода в сети проповедую. Ну, в группе в одной, там где-то около 5000 человек, но в основном где-то 30 человек активно участвуют, остальные просто наблюдают. Вот хотела узнать, полгода проповедую, это вот как бы мой первый опыт в сети, и разные люди попадаются. Бывает, я мягко проповедую по-разному. Бывает, иногда я жесткость применяю, когда всякие мои вади попадаются. Потому что люди тоже наблюдают, я про Кришну рассказываю, и иногда приходится жестко проповедовать. И я вот иногда сомневаюсь, думаю, может, я неправильно проповедую. И один раз я так сидела, думала, и получила смс-ку из России, не знаю, от какого-то незнакомого мужчины. Там всего два предложения было написано. Написано было: «Мне нравится, как ты проповедуешь, так же держись, спокойно, уверенно». Это именно в тот момент было, когда я в сомнениях была, дальше мне проповедовать нет. Я хотела спросить, это был знак от Кришны или это просто случайность какая-то? Это Кришна написал, да. Просто вот два предложения было. «Мне нравится, как ты проповедуешь, так же держись, спокойно, уверенно». Я прям удивилась сама. Да, или Кришна, или Прабхупада, кто-то из этой компании. Всегда, когда я чувствую тоже какое-то разочарование, всегда приходит какой-то знак продолжать это делать. Да, и еще хотела спросить. За эти полгода, конечно, я ошибки тоже делала в проповеди. Там, когда бывали, народу много, и все бывают, иногда нападают там. И хочется всем тоже на все вопросы отвечать, чтобы не оставлять их без ответа. Иногда бывало, я себя неправильно вела, и вот мне хочется спросить, Но я сейчас многому научилась за полгода, как себя вести. Вот стоит ли дальше проповедовать, на ошибках учиться? Да, не нужно останавливаться. Опыта набираться. Не нужно останавливаться. Прабхупад так проповедовал. Он даже тряс иногда кого-то за грудки, чтобы что-то объяснить. Ну, он мог это делать, конечно. Хридананда Махарадж рассказывал про себя. Говорит, когда Прабхупада был на планете, он тоже так же проповедовал. Он вступал в споры. Вот, и разбивал, там кулаками махал, кричал, там доказывал. И уже преданные санкиртаны говорили: «Пора уже пора нам возвращаться в ашрам». Говорит, я не прекращал, говорит, пока не докажу, я не уйду.
И тогда меня брали просто на руки несколько брамачариев, выносили. Я, говорит, продолжал махать руками и кричать все равно, пока меня уже в машину, в фургон не закрывали. Даже там я еще кричал в окно. Вот так он проповедовал. Они там про меня говорят, это Айнагуль заехала в нашу группу, как на танке заехала, говорит, никому не дает слова сказать. Там просто есть люди, которые вот в России говорят, библиотека Ленина есть, и там ведические знания, книги, столько томов, и они ну, без комментариев про Прабхупады, ну какие-то левые комментарии, там даже Бхагавад-гита переводили какие-то ученые, и они ну, тоже проповедовать стали в сети, и ну, не соответствует нашей философии, как бы. Ну, я да. Как бы им не даю, я... Наведи порядок там. Я полгода назад, если честно, начала жестко проповедовать. Заехала и как бы этот, оборону заняла. И не пропускаю никого левых. Ну как, я имею в виду левых, кто физические знания проповедует. И они сейчас на администрацию как бы жалуются. Говорят, Айнагуль, никому рот не дают открыть. Там даже потом попадались люди, которые выгоняли, в открытую говорили, что... Ну, я как бы отстояла, и сейчас мне разрешили проповедовать Бхагавад-гиту. Администрация письмо написала, сказала, как бы разрешение дали проповедовать. Сейчас я другую тактику приняла, уже не жестко, а уже мягко проповедую, как по-дружески со всеми. Даже подружилась с теми, с кем сначала... Хитрее, то есть. Да, хитрее. Спасибо за ответ. Вот я хотела просто узнать, стоит ли дальше проповедовать, на ошибках просто учиться и как бы не делать ошибки, которые... Второй раз не делать ошибки, которые я уже сделала. Со временем проповедь будет становиться тоньше, изысканней, более деликатной будет становиться, более такой поэтичной, что ли. Вот. Да, таков путь. Вот мы так отставим Прабхупаду, Кришну, мы как бы вот служим Кришне тоже так. За полгода результат вот 5 человек где-то стали преданные всего лишь. Я думаю, это, мне кажется, маленький такой результат за полгода, это, мне кажется, мало. Ну, еще столько людей наблюдать, которых я еще не знаю. Но вот я думаю, может, они тоже где-то уже начали читать Бхагавад-гиту. Немало. За полгода 5 человек след... Немало это. Это хороший результат. Спасибо. Хари Кришна, спасибо большое за лекцию, Гуру Махарадж. Я хотел спросить, как можно... видеть дальше в людях хорошие качества, концентрироваться на них даже в сложных ситуациях, допустим, на работе, когда там бывает начальство недовольное или коллеги. Вот как вот сохранять вот эту вот позицию, чтобы наблюдать их хорошие качества? Я думаю, это сложно на работе, когда есть начальство, есть некоторое давление, планы какие-то, дисциплина. Там трудно быть в гуне благости, в таком умиротворённом сознании, отрешённом, да, от работы. Не позволят же это. То есть там нужно работать, там нужно подчиняться иногда, там начальство не в духе и прочее. Вот. Но внутренне нужно быть отстраненным от этих вещей. Внешне, то есть действовать, как требует того долг, но думать нужно о Кришне учиться. Поэтому мы говорим, читайте книги Прабхупады. Когда есть минутка времени что-то, читайте книги Прабхупады. Хари Кришна, я вот слушаю ваши лекции тоже это по YouTube, очень нравится. У меня был вообще ну, такой крайний случай, я думала, ну все, вообще жизнь, не меняюсь, разум не хочет меняться, ничего. А потом, когда вот посоветовали ваши лекции, я посмотрела, что у меня уже как-то какие-то продвижения пошли. Ну, как бы все равно я как где-то падаю. Вот хотела бы узнать, вот спросить такой совет, как не ранить свою душу, и чтобы как бы следовать. У меня вот бывает, вот, вы же говорили про внутреннее тело, как бы очищать, там, если в разуме что-то вот бывает, гнев, там еще, вот, ну, как бы такие вот действия. Как, ну, может быть, совет какой-то, как легче от этого как бы уходить, чтобы на душе было легче. Нужно Спасибо. Занять свою творческую природу. Нужно вот занять ее. Нужно сначала обнаружить, где эта творческая природа прячется, и затем занять ее. То есть каждому человеку нужно как-то себя выражать. В основном сейчас люди не умиротворены по этой причине, потому что все осознавать Кришну не могут в полной степени.
И нам нужно занять свою природу. И природа, она тоже источник счастья. Наша природа. Покрытая, забытая природа. Мы еще долго будем кому-то подражать в этом мире, пока не познаем себя. И когда познаем себя, в этом не будет необходимости, никому подражать не нужно. Вы счастливы можете быть только своей природой. И мир можете в мире жить только благодаря природе. Вот нужно занять свою творческую природу, свой потенциал. Как угодно, не знаю, что угодно. Можете писать стихи, можете танцевать, можете петь для Кришны, можете все что угодно делать, когда никто не видит. Потому что, может быть, будут критиковать, если это несовершенно. Но для Кришны вы это делаете. Вы должны иметь, каждый должен иметь такую возможность раскрывать свое сердце. Например, рекомендовано перед Кришной петь и танцевать. Делайте так. Ну, среди преданных это все так делают. Но поймите, это должен быть ваш танец перед Кришной. И ваша песня перед Кришной. Это творческий акт духовный, сокровенный. Танцуйте перед Богом. Не просто танцуйте, пойте тоже для Бога. Вы познаете себя. Хари Кришна, мои поклоны всем. Я, в общем, хочу вернуться к вопросу Ананта Лилы Матаджи. Вот она проповедует. Вот недавно вышло видео в Раджендра Кумара, где он с отцом Андреем разговаривает. Мне кажется, вот это вот прям для санкиртанчиков это прям пособие, как надо разговаривать. Он так вот классно все делает, как говорит. И отец Андрей, вот такие же люди встречаются нам на улице, вот, а как с ними разговаривать. И вот посмотреть вот всем преданным, я вот рекомендую Враджендра Кумара с отцом Андреем. Вот там два фильма вышло. Вот, крутые, в общем-то. Харибол. Харибол, спасибо. Ну, спрашивайте, я услышу. Как не критиковать и не оценивать? Если вы не покупаете, вы не критикуете, не оцениваете. Если вы покупаете, вы должны оценивать и критиковать. Следите за этим. Если вы покупаете товар, вы должны оценивать его, торговаться, смотреть на качество, примерять. Но если не покупаете, не нужно этого делать. То же самое, если вы хотите себя, скажем, вручить в браке, вы должны себя оценить должным образом. Если нет, нет необходимости набивать себе цену. Вы должны это связывать с долгом, с обязанностями. Тогда можно оценивать. Например, если вы учитель в школе, то ваша обязанность — оценивать учеников. Если вы не учитель в школе, вы не должны этого делать. Это через обязанность, с обязанностью связан человек. Если нет такой обязанности, то не нужно этого делать. Например, я могу кого-то судить, но говорится, не судите, не судим будете. Вы судья? Не судья, значит, не судите. Не надо никого судить. Потому что вас потом будут судить точно так же. Но если вы судья, вы должны судить от имени закона, и вас никто судить за это не будет. Долг вас оберегает, защищает долг, дхарма. Но следите за этим, что является вашей обязанностью, что не является вашей обязанностью.
тогда применяйте эту способность оценивать, рассматривать, торговаться, спорить, если это необходимо, связано с обязанностями. Если вы врач-психолог, то вы имеете право копаться в недостатках пациента, потому что вы лечите, помогаете ему, вас защищает дхарма. Но если вы не врач, зачем вы это делаете? Вы только расстраиваете человека. Вы же не вылечите его. Харе Кришна, Харе Кришна. Спасибо за прекрасную лекцию. У меня пару вопросов. Как вы... Вот у вас частые перелеты, и как вы справляетесь с этой нагрузкой? Потому что очень страшно летать. Всегда экзамен. Думаю, что это уже все, что ты делаешь, в один момент может закончиться. Я думал, ты улетел в Вриндаван. Вот собираюсь. Собираешься лететь? Ага, это вопрос к тому, что ты собираешься лететь. Я повторяю Харе Кришна, когда лечу. Тогда не так страшно. Страшнее, да, так страшнее. Да, это вполне реально. Все что угодно может быть, это так. Я спросил однажды своего гуру Махараджа об этом, по поводу перелетов. Я говорю, страх есть, у меня появился страх в самолетах. А он говорит, это хорошая возможность предаться Кришне. Я стал в самолете предаваться Кришне. Я прожил столько жизней, помню, в перелетах иногда, которые были, ну, сложные. Это пошло на пользу мне. Но в этот тур я не летал вообще. Мне не рекомендовали врачи летать в самолетах из-за сосудов. Поэтому в этом году я даже не полетел в Индию. Но должен был лететь. Теперь у меня планы лететь только весной на гору Пурниму. Ну, как-то вот так приходится преодолевать. Вспомни всех героев Махабхараты. Бхишму вспомни. Всех вспомни. Арджуну и Юдхиштхиру. И лети. Прабхупада летал, но в Индии не летал Прабхупада тогда, в то время. На поездах перемещался. Там, может быть, не были такие надежные авиакомпании в то время. Я не знаю. Но он летал, он сколько? 12 раз вокруг планеты облетел. Все преданные летают туда-сюда. Махараджи летают, через несколько дней уже летят куда-то, летят туда-сюда, туда-сюда. Все нормально за все эти годы. Преданных хранят как-то. Высшие силы. Раданат Махарадж однажды попал в сложную ситуацию в воздухе. Рассказывал об этом. Но он говорит, я очень хорошо джапу стал повторять после этого. Всегда шутит. Моя джапа была, говорит, совершенной стала. Потому что была полная уверенность, что это последний был перелет. Говорит, джапа была совершенной. У нас здесь Кешева в Алмате есть, преданный такой, который попадал в авиакатастрофу. Да, да. Попадал он из Дубая в Киев летел. Самолет на взлете, они врезались в радар. Шасси избили резиновые колеса, помяли крылья, пробили бак, короче, вытекало. И самолет вот таким образом вот весь трясся, и они запросили аэропорта, они сказали, нам не нужны здесь трупы, мы не принимаем такие самолеты. А какой-то аэропорт согласился принять. Но это значит пожар при посадке, и то есть там беспокойство нужно, там с командой все эти готовить. Вот, и говорит, несколько часов мы выжигали топливо, где-то 1,5 километра высота, говорит, нас трясло, потому что он потерял это равновесие, вмятины были. И вот эти стойки только были, на которые нужно было садиться. Не шасси, а стойки. И нужно было выжечь горючее, чтобы не загореться. Вот, и говорит, около 3 часа мы, говорит, ждали посадки. Тряслись, летали кругами, мы ждали, что сейчас мы сядем.
и неизвестно, что будет. И нам так командир сказал, что мы не знаем, что будет при посадке. Все сгруппируйтесь, вот, голову между колен, прям так вот нужно плотно сесть, очень опасно будет. Самолет может разрушаться при посадке. Вот, и там, говорит, были волны такие, истерики среди людей. Они то успокаивались в забвение, то очень сильно кричали, то успокаивались, то сильно кричали. Там вот женские голоса были в самолете, и каждый был, думал о своем. Я, говорит, повторял громко мантру, никто на меня вообще внимания не обращал. Мы уже были не кришнаиты, не русские, не американцы, никто. Уже все эти обозначения, отождествления ушли. И я все думал, почему в моей жизни это случилось. Наверное, я был несерьезен в сознании Кришны, в преданном служении. Наверное, плохо служил гуру. Вот. Он говорит, я много-много понял за это время. И, наконец, мы пошли на посадку. Голова между колен. Все сгруппировались. Рассказывать дальше, нет? Ой, страшная картина, знаете. Но он живой, Химапка, так что могу рассказать. Он выжил. Весь самолет спасся, так или иначе. Это был очень счастливый случай, как сказали потом специалисты. При таких же обстоятельствах до них один самолет потерпел крушение, и все сгорели. И у них было несколько совпадений, как бы случайных, но несколько к ряду, которые не случаются так, которые спасли их. Первое совпадение — то, что резина на двух шасси была сбита с двух сторон. Не с одного колеса, а с двух. То есть либо только на одном колесе была сбита резина, на другом нет, его бы развернуло там, ну то есть что-то бы равновесие. А тут было одинаково, стойки, да? Второе, что последняя капля керосина кончилась, когда они коснулись этими стойками полосы. Второе совпадение. И третье совпадение – то, что аэропорт этот дал им разрешение на посадку. Все же дал разрешение на посадку. Хотя иногда запрещается в таких случаях давать разрешение на посадку. Все равно они все смертники. Зачем аэропорт портить? Ну, то есть это экономия, понимаете. Тут все эти полосы, все взорвется, все сгорит. Тут лучше пускай они погибают там уже. Ну что, как мы спасем их? Мы не можем их спасти. Но им дали разрешение на посадку. И вот они стали садиться на эти стойки, и там, конечно же, началась страшная вибрация, удары, грохот, вот все эти вот обшивка внутри стала срываться, разваливаться стал самолет. Вот их колотило 10 минут примерно, где-то не могли вот остановиться. Вот. И самое страшное было, когда мы остановились, запахло гарью. Никто не хотел сгореть. Разбиться было легче, чем сгореть. То есть люди вот этого сильно испугались, что мы сейчас сгорим. Но, говорит, самолет тут же покрыли весь пеной, уже все было готово нас встретить. Вот мы вышли, нам сказали, ну, рубашки родились, говорит, вы не должны были выжить, но все целы. Ну, там был один Хари Кришна только. Я не знаю, как еще объяснить эти все совпадения, случайности. Их отправили в гостиницу, хорошо накормили, вот, уложили спать. И сказали, не беспокойтесь, завтра вы полетите дальше. Эти аварии, они впечатываются на всю жизнь. Потому что, когда я попал в автокатастрофу, у меня было 6 аварий. За все мои туры в жизни 6 аварий было автомобильных. И когда мы попали в самую сильную аварию, это на тормозах мы врезались. Включились тормоза, и потом был удар. До сих пор, когда я еду в машине, включаются тормоза, я помню это. Это самскара отпечаталось. И когда начинается турбулентность, я помню другой эксцесс в воздухе. Когда мы летели из Москвы в Владивосток. Все были уверены, что мы разбились, весь самолет полностью. Но он не разбился. И вот эта самскара осталась. Мы, кстати, летели с Раджатом Кумаром как раз в одном самолете. Вместе с ним кричали «Харе Кришна! Харе Кришна!» Тоже никому до нас дела никакого не было. Все орали, как сумасшедшие. «Мамочка!» Удар и падает. И так несколько раз. Ну все. Грозовая туча какая-то была. Ил-60 там какой-то, 8. Ил-62. Это робот этот, 4 турбины. Вот. Но теперь настолько моя медитация тонкая стала в этих самолетах, что я уже стал понимать конструкцию самолета сам.
как рентген вижу уже, погоду вижу уже, предвижу. Все уже знаю, что будет наперед. Уже ситхи стали проявляться. Так что у тебя тоже ситхи проявятся. Еще один вопрос. Как-то Франциск Ассизский сказал, что человек, который принимает авторитет начальствующего над ним, очень редко найти такую личность, которая полностью принимает что-то руководство. И он сравнивал такого человека, если он подчиняется, он сравнивал такого человека с мертвецом, которого голова всегда будет наклоняться вниз. Даже если его поставить на кафедру, все равно его голова опустится вниз, и он примет все наставления. Вот. И как понимать, что Шрила Прабхупада говорил, что слуга всех, ничей слуга. Когда мы говорим о духовных наставлениях, это нечто иное, чем, скажем, материальные инструкции, как в том же самолете, там инструкции. Там нет, ну, как бы места для творчества, потому что это смертельно опасно. Но духовные наставления, их нужно принять сердцем. И тогда они дают свободу. То есть обычные слова, наставления сковывают человека, дисциплинируют, но духовные наставления освобождают. Совсем наоборот. Вот что ждет духовный учитель. Когда ученик услышит сердцем это, а потом он делает, что хочет как раз. Он может занять именно себя, свою природу, познать себя через самоосознание. То есть настоящий путь через самоосознание. Поэтому духовный учитель скорее здесь, в этом примере, действует как ключ зажигания, а потом все работает уже независимо от этого. То есть гуру дает мантру, дает вот это вот из сердца настроение, как повторять мантру, дает духовное наставление, это как ключ зажигания. А потом уже включится природа самого ученика, и она его освобождает именно. Когда мы просто подчиняем человека каким-то инструкциям, это не духовная практика. Это может быть полезно на каких-то первых этапах. Дисциплина просто, внешняя дисциплина. А на более поздних этапах зрелых самодисциплина важна. Когда, например, Прабхупада вел киртан на Радхаятре, находясь на колеснице Господа Джаганатхи. Затем киртан передал ученику. «Веди киртан ты», — сказал он. Ученик стал повторять мелодию Шрилы Прабхупады. А потом спросил Прабхупада, должен ли я продолжать именно вашу мелодию или могу петь свою? Он говорит, ты должен делать, как чувствуешь. Важно, что ты поешь Харе Кришна, вот что важно. Остальное нужно делать, как ты чувствуешь, как ты понимаешь, используя свой разум, свою природу. Вот что такое наставление духовного учителя. Познай себя. А что касается дисциплины, ну, встать рано утром, ну, это простые вещи. Это тоже, говорит духовный учитель, встать рано утром нужно успеть все сделать, утренние обязанности, читать книги Прабхупады, время находить, регулировать, да, искать, тоже нужно, тоже хорошо. Но это будет понятно тогда, когда у нас есть в сердце. Ради чего это делать все? Что должно получить из книг Прабхупады? Свое сознание Кришны. Своего Кришну, понимаете? Своего, моего Кришну. У каждого свой Кришна, это индивидуально. Мантра одна и та же, процесс один и тот же, но все будут воспевать по-разному. Все прославляют Кришну по-разному. Все проявляются по-разному, каждый. Сознание Кришны невозможно навязать. Оно пробуждается внутри сердца, оно уже есть у человека. Об этом спрашивал. Там вижу вопрос в конце. Верно, это рука. Хари Кришна.
это вопрос из цикла «Познай себя». А у меня такой вопрос в связи с теми историями христианскими, которые вы рассказывали. Я хотела сказать о том, что я с детства хотела быть христианской монахиней православной. И с детства изучала житие святых, ну и разные такие темы. И оно мне все время преследует в течение всего этого времени, что я практикую Харе Кришна. И иногда оно очень сильно у меня проявляется, я могу неделями изучать вопросы о христианстве, ну и разные такие темы. У меня вопрос стоит в том, что я знаю, что в христианстве у них основано как бы все их аскезы, все это основано на том, что на страхе перед Богом. И я вот думаю, что в моей практике не так, что меня так сильно привлекает. Или это тянется с прошлой жизни, все эти, ну, как бы мои, да, эти самскары с прошлой жизни, и я так привязана к этому. Или же в моей практике что-то не так. Вот я, ну, такой вопрос. Еще раз, почему не так? Что, вопрос откуда исходит, из какой проблемы? Из вопроса того, что я знаю, что, как бы сказать, или предел, или как вот христианство, то, что люди, практикующие монашество и вообще практикующие, то у них сознание, как не как у нас Господь читание нам дал, любовь к Богу, да, развивать, а у них страх перед Богом, как я считаю. Поэтому я думаю, что в моей практике не так, что надо изменить, чтобы... Не знаю, почему меня так привлекает. Я вот этот вопрос... Привлекает что? Привлекает их умонастроение, что ли, их практика. Ну, у них там две вещи, которые они культивируют, согласно, как будто, как они объясняют. Это смирение и вера. Вот вся жизнь посвящена вот этим двум вещам. Это смириться и веру углубить свою. И они совершают великие подвиги, аскетические подвиги, терпят много проблем внутри себя, они носят, учатся теперь переносить, вот так развивая смирение глубокое. Если к этому добавить любовь к Богу, это будет совершенство. Вся эта практика приведет к совершенству быстро очень. Если преданные также решительно будут практиковать, как эти монахи, я уверен, что все преданные здесь сидящие в этой жизни очень быстро придут, разобьют себе любовь к Богу. Там решимость, там есть решимость. Мы баловни, понимаете, тут много милости, киртан дает эту милость, вот, счастье, и мы баловни, мы злоупотребляем часто этой милостью, мы все еще ссоримся, мы еще не смиряемся, мы даже книгами Прабхупады пренебрегаем, мы живем в миру вообще, и иногда живем уже ради наслаждений, собственно говоря, в сознании Кришны тоже. И тем не менее, нас практика это держит, потому что это очень большая милость. Но там такой милости нет, там аскеза, там серьезная практика такая, знаете, на выживание. Не каждый может стать таким монахом. И они также говорят, что далеко не каждый это может делать. Один там молодой человек пришел и попросился в монастырь. Ну, его в шею выгнали просто. Говорит, какой из тебя монах вообще? Другой пришел, я готов стать. Ты готов стать послушником? Готов. Я все, что угодно готов исполнить. Приказывайте мне, я хочу в монастырь. Но тогда он говорит, пойди к тому, говорит, старцу, и дай ему пинка. Настоятель говорит. Ну, этот пошел, с дуру дал пинка этому старцу. Старец растянулся там где-то. Подошел, выполнил наставление. Говорит, ну и дурак же ты, вот тебе деньги, езжай обратно домой вообще. Вот у них такой сумасшедший немножко подход монашеский, знаете, они такие, не от мира сего люди. Они сами про себя говорят, что монахи – народ сумасшедший. От них не знаю, что ожидать, непредсказуемый. Но потому что это аскеза, серьезная аскеза. Если бы мы с вами могли вот так серьезно бы отнестись к нашей практике, вот это можно поучиться у этих монахов. То, что я эти истории послушал, там есть великие подвижники. Вот нет столько милости. Смотрите, а какой подвиг? Тут столько милости и мало подвигов. Там мало милости и столько подвигов вообще. Я думаю, что можно учиться этой решимости.
повторять Хари Кришна мантру, углубиться вот в знания, то есть общаться с преданными. Ну, то есть серьезно, ну, отнесись к этому очень серьезно нужно в своей жизни. У нас тоже есть 13 пи суничина, стать смиренным, как трава на дороге, терпеливым, как дерево, то же самое есть. Мы должны также учиться этому. Выражать почтение каждому. Одинаково, та же самая практика. Здесь милость каждый день. И мы еще недовольны при этом. Да-да, в монастырь христианский. Всех. Там увидите, вот эта жизнь будет. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, вот по сегодняшнему стиху, если так понимать, что каждую вещь можно использовать в служении, каждую вещь можно одухотворить, вот, и мой ум сразу начинает это применять к себе. Мой ум начинает это сразу применять к себе, что, возможно, в следующий раз, когда вот возникнет какой-то такой соблазн или что-то, мой ум может процитировать этот стих и сказать: «Ну давай, ты же можешь использовать это в служении, вдруг классно получится все». Вот как, да. Как вот это вот распознавать? Что бы такое занять при этом служении, сейчас я подумаю. О, шоколадку. Сначала начнем с шоколадки, конечно же. Мы займем при этом служение. Да? Об этом говоришь? Так и будет сначала. Это шоколад. Так и будет, да. Я думаю, что так и будет сначала. Но позже это очистится. Как мы говорим, мы станем более серьезными. Мы станем различать гуны природы, знаний больше получим. Но вначале, да, мы хотим тоже какую-то из себя извлечь. Радость свою естественную, привычки свои удовлетворить. Вначале это так и будет. Потворство своим чувствам еще будет какое-то. Но уже в сознании Кришны так или иначе. Уже шоколадка предлагается так или иначе. Втихаря где-то там предлагается. Но как-то уже связано с Кришной, понимаете? Но позже это уйдет, потребность. Шоколадки потом заменяются более чем-то таким. Кэрбом. Нет, нет, чем-то таким. Да, потом просто человек уже не думает об этих вещах, о языке. На самом деле думает о Кришне. На самом деле он хочет удовлетворить Кришну. Когда вы служите Кришне для очищения, как садхану выполняете, как наставление гуру, это называется вайды бхакти. Садхана бхакти. Вайды бхакти, то есть правила и предписания соблюдаете, да, служение через правила и предписания. Но когда вы уже хотите принести удовольствие Кришне, это рагануга бхакти, это спонтанное преданное служение. Вот пока мы на уровне правил и предписаний, мы должны знать, что есть, что не есть, что предлагает Кришне, что не предлагает Кришне. Тут ущемляются наши интересы, наши привычки. Но когда вы уже чувствуете вкус, когда Кришна доволен, когда вы хотите именно удовлетворить Его, ваши чувства уже подчинены. Не беспокоит вас. Вот как тогда получается, что такие серьезные, старшие, преданные, которые уже прошли вот этот период предписаний, которые уже предлагали шоколадки и все остальное, они отходят? То есть ум же, он так может сыграть с нами такую штуку, что... Вот поэтому мы говорим, читайте книги Прабхупады, иначе вы будете, останетесь майявади. Майявади не прогрессирует. Даже повторяя Хари Кришна мантру и занимаясь преданным служением. Но это также может быть путь в майяваду. Будьте внимательны. Почему мы говорим, общайтесь с ачарьями, с чистыми преданными, читайте книги Прабхупады, что там чистая бхакти, ум майявади. Что думает ум, когда мы достигаем какого-то очищения? Он хочет извлечь какое-то чувство наслаждения из этого. Он может себе что-то позволить. Видите, это майявада. Вседозволенность в итоге. Я уже духовный человек, я могу себе позволить, что я хочу. Это майявада. Это путь в майяваду. Ум, он по природе майявади, поэтому читайте книги Прабхупады. Не думайте, что можно через 20, через 30 лет развить майяваду, если неправильно практиковать. Ведь мы же должны практиковать преданное служение, смирение, терпение и почтение, не просто мантру повторять и чувствовать себя великим. И считая годы, сколько уже мантру повторяю, сколько я уже аскез совершил, сколько я уже сделал для Кришны. Это ложная практика. Набирать себе очки – это ложная практика. Это ложная бхакти.
Не удивляйтесь этому, бывает и такое, что ашрада-намапас без веры воспевание святого не приводит к майя-ваде. Мы должны слушать о Кришне, обрести веру в Кришну, в Его игры, в Его имя, в Его качество. Поэтому так важно изучать книги Прабхупады, что Он чистый преданный. Только чистый преданный может дать Кришну. Никак иначе нельзя понять Бога, приблизиться даже к Нему. Только по милости чистого преданного говорится. Как мы можем непосредственно к Богу подойти? Как это возможно вообще? Даже аскезы Его не удовлетворяют. Мистическая практика не удовлетворяет, гьяна не удовлетворяет, только чистая бхакти его удовлетворяет. Значит, мы должны найти чистого преданного и служить под его руководством, под его в сердце находиться у него, и в свое сердце поместить его. Вот это единственный способ увидеть Кришну. Потому что чистый преданный в сердце Кришны уже находится. Он ему очень дорог. Если мы удовлетворим такого чистого преданного, мы увидим Кришну. Бывает, что практика выполняется не очень добросовестно, не очень правильно. Я знаю много людей, которые занимаются духовной практикой, но позволяют себе все, что угодно, думая, что они уже духовные. Это моя вада. Спасибо за лекцию. У меня вот такой вопрос. Вот я на пути очищения сердца, как бы вот думаю, что нахожусь. И я вдруг недавно поняла, что вот это качество сентиментальности, оно мешает мне очищаться. И иногда я путаю доброту и сентиментальность. И как вот это вот поглубже, если вы объяснили вот это качество, как оно мешает вообще в служении Богу и вообще жить. Женщине. То, что вы чувствуете, не является просто сентиментальностью. Это естественное чувство. Сентиментальность означает, когда чувства побеждают рассудок. Тогда это уже недостаток. Но если вы просто что-то чувствуете, это хорошо. Если вы чувствуете сострадание, это хорошо. Но если это переходит просто в слепую жалость, это уже потеря рассудка. Поэтому мы говорим, изучайте философию, чтобы разум был крепкий тоже. Есть чувства, есть рассудок, твердый рассудок. Философская подготовка также важна, чтобы мы основы были твердо понимали, основы бытия. Чтобы мудрый, говорится, не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Скорбь уйдет. Может быть, сострадание, но скорби не будет. Скорбь — это разрушение уже. Сострадание хорошо, скорбь плохо. Как сострадать и не скорбеть? Для нужно иметь знания, трансцендентные знания. Тогда наши чувства будут под управлением рассудка находиться. Все будет в порядке. Жалость и сострадание? Пока просто изучайте философию, все встанет на место. Просто примите знания, учитесь. А можно спросить? К примеру, я начинаю духовное учение, да, то есть я не ем мясо, читаю Махамантру Хари Кришна, но вы говорите, что это, но это не исходит из сердца. А как понять все-таки, что есть преданное служение именно в действии? Преданное служение, когда вы хотите удовлетворить чистого преданного. Угу. Это уже преданное служение. Ну, то есть, там, например, хотите порадовать воду, преданных. Да, принести ему воду, как-то порадовать чем-то, да, каким-то действием. Сказать, правильно? А я повторяю, что у нас кругов. Ага. Он будет очень доволен этим. Ага. А я верю в Кришну, он будет очень доволен этим. А я для Кришны принесла фрукты. О, потрясающе. То есть, когда вы служите Кришне под руководством чистого преданного, он становится довольным этим. И вот это удовлетворение вы получаете как милость, энтузиазм, как разум. Вот это и есть путь от этих отношений. А если я не чувствую при этом удовлетворения, когда я делаю какие-то вещи? Ну и что? Главное, чтобы он был доволен. Ну вы же говорили, то, что если это не искренне, ой, главное, чтобы он был доволен. Ага. Но у меня же не появляется вот это воодушевление, как вы говорите, то есть искренности какой-то не появляется, не зарождается. Появится. Угу. Не сразу, болезнь сразу уходит. Понятно. Mm-hmm. То есть это просто загрязненность моей души? Просто принимайте лекарства, дальше диету, прасад, Хари Кришна мантра, служение, постепенно. Mm-hmm.
Что у нас по плану дальше? Дамодараш такая? Спасибо.